Ну вот и все, на новом месте службы. Разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправился же в наш, но суров. Здесь главный исключительно суров. А встретили зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял, крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Ясно как, отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю. Летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. Здесь поздно в полете бывать осторожным. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Мы живы, хоть оплаканы родными, нас радует здесь небо холодок. Не рай, не ад, а где-то между ними невидимый военный городок. Заоблачный военный городок. На рай мы по заслугам не проходим, а в ад нам и самим да не резон. Забор, казарма, КПП на входе. У нас отдельный летный гарнизон. Для летчиков отдельный гарнизон. И главная, одна на всех задача — летать с живыми здесь по небесам. Стараться уберечь парней, иначе всем плохо, коль они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Вне возраста все летчики в полете равны все, и Летеха, и Головко. Здесь Нестеров с Гагариным в почете, и Уточкин с одесским юморком, а Вася Сталин, ну тот особняком. Шумит нам про исправность всей матчасти, при подымом за это под расстрел. Наверное, грузин здесь прав отчасти. На днях вон целый борт опять сгорел, и новый экипаж к нам прилетел. Теперь сам я здесь таких встречаю. На входе в гарнизонном КПП я здесь за подготовку отвечаю в соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой, небесный КПП.
здесь поздно, полете бывать осторожно. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны, и нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тут граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Ах, как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Нам уже можно, теперь уже можно. Нам уже можно.